Смотрите, в работу приехала Pajero Sport. Был боковой удар в колесо, погнуло раму. В общем, это реальная проблема для рамных машин, где вы сможете отремонтировать ее. Потому что мы работаем даже не гидравликой, а только винтами. И один винт у нас есть, даже титановый. Ну, покажу его в другой раз. То есть даже титановый винт у нас как-то сломался. Его возили в ремонт. Еще не замучился искать. Давай, в общем, Виталик, давай показываем, что у нас с рамой произошло. Вот такая у нас вот эта макет рамы. То есть клюв вниз пошел, правильно? И плюс еще его вот согнуло вот так и вниз. То есть нам теперь его нужно выправить, покажем, вот так выправить. А потом еще клюв поднять наверх, да? Пример. То есть перед поднять наверх, это вытащить на себя. Ну вот так, залом, не знаю, у нас вот он залом, его видно. Раму закрепили к полу, переднюю часть будем поднимать домкратом. Вот этот винт будет у нас вытягивать раму. Кстати, вот эти цепи кузовные, они выдерживают, походу, блин, тонн 50, наверное, минимум. Ну что, давай попробуем, покажем, как это происходит. Меняемся местами. Сейчас мы будем смотреть. Так, теперь ломик побольше. Все, теперь она должна постоять, отдохнуть, да? Идет. Так, остается, она уже очень поспешила. Тогда немножко, потом еще разок.